Итак, я побывала в Ново-Симоновом монастыре в храме Тихвинской Богородицы. Вот Тихвинская икона Божией Матери, вот за этими стенами. А теперь тут налево вот есть старый Симонов монастырь. Сейчас мы туда войдем. На подходе к Старосимонову монастырю лежат такие камни, а потом ворота, на которых написано «Христос воскресе». Идем туда. Двор монастыря в Старом Симонове, храм Александра Невского здесь, такая маленькая колокольня и побольше колокольни вот здесь наверху. Подходим к часовне, здесь достаточно красивый крест. Потом вот такая часовенка. И на камне что-то написано. Давайте прочитаем. Это памятник Александра Александровича Алябьева в Старом Симонове в монастыре. На камешке написано: на этом месте в 1397 году произошло чудесное явление Пресвятой Богородицы преподобному Кириллу Белозерскому. Представшая перед ним Матерь Божия благословила его на дальний путь со словами: «Кирилле, изыди отсюда, иди на Белоозеро, там Бо уготовах те место, в нем возможешь и спастись. Отсюда во исполнение ее благословения ушли в северные Вологодские земли величайшие преподобные старцы Кирилл и Ферапонт. Там прославили они имя Божие великими трудами, подвигами, чудесами, основали монастыри, которые носят их имена Кирилла Белозерский и Ферапонтов». Перед ходом в келью икона Кирилла Белозерского. И вот такая келья. Дверь решетчатая. Иконка Кирилла и Ферапонта. И потом икона, как Матерь Божия явилась Кириллу Белозерскому. Может быть, вот это то самое место, и сделали часовенку, то есть вот здесь он стоял, и здесь явилась Матерь. Как интересно, колокол вмонтирован прямо в стену. Написано «Селения Симонова Слобода когда-то». И вот этот храм стоял здесь. Вход написано «Христос воскресе». Сегодня антипасха.